Аграрии региона готовы к весенней полевой кампании. В этом году задействуют больше 7 тысяч единиц техники. Необходимый запас дизельного топлива и ГСМ сформирован. Семенами Тюменская область тоже обеспечена. Более того, готова предложить излишки другим регионам. Наши товаропроизводители уже сегодня на 60% завезли минеральных удобрений больше, чем на соответствующую дату прошлого года. И в общей сложности 138 тысяч тонн минеральных удобрений, которые будут обеспечивать урожай наших сельскохозяйственных культур, это на 20% выше, чем годом ранее.